Здравствуйте, представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. В число призеров финального этапа Кубка России вошли прикамские фигуристы. Соревнования проходят в эти дни в Саранске. Наши отличились среди спортивных пар. Дуэт Анастасии Полуянова и Степан Коротков взял серебро в категории кандидаты в мастера спорта. Добавлю, что в группе сильнейших отлично выступила Вера Базарова, ранее представлявшая наш регион. Сейчас она живет в Мордовии. В паре с Андреем Депутатом они заняли первое место. Прикамский боксер Арсений Смирнов примет участие в матчевой встрече «Россия-Куба». Мероприятие состоится в Оренбурге 23 февраля. Пройдет 10 поединков в различных категориях. Воспитанник губахинского бокса Арсений Смирнов выйдет на ринг, весит до 64 килограммов. Его соперником будет Дамлан Гиермо Лескайси Фонтес. Амкар провел еще один матч на сборе в Испании. Наши встретились с польским клубом «Завиша» и уступили с минимальным счетом, пропустив на 75-й минуте. В первом тайме красно-черные играли основой и владели инициативой, а после перерыва выпустили второй состав, отметил Гаджи Гаджиев. Далее цитата. «Мы никогда таким составом не будем играть. Мы его выпустили, чтобы посмотреть, как можем действовать в экстренной ситуации. Но есть и позитивный момент. Можно выделить несколько игроков резерва, которые показали, что могут составить конкуренцию основе». Конец цитаты. И в завершение хоккея. Пермские активисты своими силами восстановили заброшенную коробку в Свердловском районе. Она расположена во дворе здания на Вижайской, 16. Провести ремонт, сделать освещение, привести в порядок раздевалку удалось благодаря деньгам спонсоров при поддержке фонда «Мы вместе», фонда развития детского хоккея и Федерации школьного спорта. Сейчас там могут кататься все желающие. А на днях прошел детский спортивный праздник «Ледовые старты», собравший порядка сотни ребят. Активисты намерены продолжить работу по восстановлению хоккейных коробок в дворах Перми. Все желающие могут оказать посильную помощь, отправив смс на короткий номер 3443 со словом «Хоккей». Это у меня все. Ждем развития спортивных событий.